Привет! Пришла осень, пора согреваться медовыми ароматами, поэтому сегодня покажу вам свои любимчики. Медовые ароматы, к сожалению, у меня всего их два, потому что такой натуральный мед, не искусственно звучащий, не приторный, не какой-то цветочный, а именно мед, к сожалению, очень редко встречается, поэтому... Вот здесь он именно такой, как я люблю, натуральный, густой, сладенький, необычный. Это пчела от Зоологиста и это мамлук от Ксершу. Начнем с первой, с пчелы. Она у меня появилась первая и очаровала меня сразу, то есть я ее купила сразу при первом затесте в магазине. У меня в таком limited edition в... Снимаем рукавы, тут желтая коробка. Желтых коробок было, по-моему, 600. 600 или 60? Выпущено, но малое количество. А потом все остальные белые. Но все они идут в экстракте. Все. Здесь в коробке описание аромата, нот, какие впечатления должен вызывать аромат. И увесистый, как у всех зоологистов. Коробка пчели необычайно подходит. Это аромат тягучий, медовый, плотный, сладкий, темного гречишного меда. Он обволакивает, у него прекрасная стойкость, прекрасная диффузность. Если его нанести спреем, распылением, то я думаю, что он будет стоять очень долго, и все будут его слышать. Но я вхожу либо в облачко, либо намазываю на запястье, и тогда мне создает такое просто настроение уюта, тепла. Я люблю жарить блины в нем и предвкушать, как я сейчас открою банку с медом. Это вот как будто мы едим мед ложками, густой, такой немножко засахаренный мед. Тут есть сахар, но он не белый сахар, это вот именно сладость меда, как немного засахаренный темный мед. Очень уютный аромат, но сладкий, да, но вот все-таки эта сладость меда есть, поэтому кто не, совсем не сладкоежка, тому будет приторно, тому будет надоедать. Он достаточно, ну, я не могу сказать, что он линейный, нет, у него просто нет таких раскрытия, там, каких-то открытий в сердце, совсем в другую сторону, когда уходит база, нет, это довольно такое... понятный в плане звучания аромат, то есть он звучит одинаково от начала до конца, единственное, что он звучит переливами, то есть там такая пыльца, воск, нектар, мед, вот сахаринка медовая, то есть он играет, он переливается как будто на солнце, вот когда золото переливается на солнце, или блики солнца играют, вот у него такая же игра у этого аромата, но он, ну, без особых изменений, то есть там не будет сюрпризов после того, как вы нанесете, вот что вы услышали, в принципе, он так вас и будет радовать. Это экстракт, я уже сказала, наверное, и стойкость у него хорошая, но я бы не сказала, что вечная, то есть если вот нанести небольшое количество намаза, но столько, сколько ей, ровно столько, сколько нужно, чтобы им насладиться. После него хочется сменить аромат, что-то уйти в какую-то другую сторону или полегче совсем что-то надеть, потому что он очень яркий, он очень характерный, очень яркий, именно под настроение, чтобы создать определенное настроение, когда хочется меда и хочется много сладкого настоящего меда. Еще я говорю, что у меня такое ощущение от него, что я голову в улей засунула, и вот это перенасыщение, прямо избыток вот этого аромата медового с воском, с нектаром, то есть все, что связано с медом и с процессом его появления и изготовления пчелами. И его сразу узнают, когда я его надеваю, думаю, сразу говорят: о, ты начала снова свой мед своих пчел. Он отличный, он у меня в любимцах, и он, я его буду беречь, он у меня будет.
Второй любимец – это аромат из серии Oud Stars. Это один флакон. Есть у меня еще второй. Минутку. Вот так. Есть еще второй флакон. Это Мамлук. С ним я познакомилась из Леванта. И все, я пропала. Я просто поняла, что ничего подобного я не слышала. И это настолько красиво, что я просто начала охотиться за флаконами. Не остановилась на одном. Здесь у меня был не полный флакон, где-то была половина от 50. И я купила практически полный флакон тоже с рук. Кого-то он слишком уж поразил. Но он экстраординарный, он где-то экстравагантный, он необычный, не для всех. И вот я запаслась, потому что Мамлук, он входит в тройку самых красивых, необычных, нестандартных ароматов в моей коллекции. И вот если меня попросили назвать самый красивый аромат, вот он бы точно вошел. Те ароматы, которые сразу приходят, названия которых сразу приходят в голову. Это... Я не могу оторваться, не могу оторвать запястье. Все время мне хочется слушать его, внизу. Это красиво. Прежде всего, это красиво. Это промет, промет с животинкой. Тут тоже есть сладинка. Возможно, это Oud дает, потому что Oud бывает медицинский, холодный, бывает сладкий. И вот тут, наверное, сладкий Oud, но я не узнаю здесь Oud. Это просто промет и животинка, про животный. А мед. Это вполне мог быть зоологист в какой-то интерпретации одного из животных, если бы там скрестили, не знаю, например, цвету и пчелу, вот получился бы мамлук. Это здесь такая же сладость, как в зоологисте, но он сладости все-таки меньше, больше вот какой-то такой. Я не знаю, что это. Это Oud дает жевательную, это Oud, это однозначно Oud, он просто так хорошо вплетен. Я Oud не очень его на самом деле жалую, но если он красиво обыгран так, что он вплетается в композицию, что ты его не можешь вычленить, что он просто как-то украшает композицию, это вот как раз в этом случае. В таком случае я люблю, да, в таком случае я с удовольствием ношу. Кто-то слышит в нем какую-то уринность, ну потому что здесь мед, нота меда такая спорная, я не слышу. Мне это красиво, я понимаю, что это необычно, я понимаю, что в шлейфе это может кого-то пугать, кто-то может эту некрасивую ноту слышать, но это, наверное, специфика рецептора. Кто-то слышит что-то, какую-то одну грань в аромате, кто-то слышит его целостно, кто-то слышит только другую грань. Дома мне говорят, что в шлейфе пахнет шоколадом, пахнет приятно, но испорченным шоколадом. Дочка мне говорит, опять пахнешь испорченным шоколадом, но это вкусно. Ну, то есть он не вызывает какого-то отвращения, отторжения, не просит меня его не носить, я с удовольствием ношу только дома. Люди не рискуют, потому что все-таки не хочется кому-то отравлять жизнь, если вдруг они уловят, их рецепторы уловят какую-то неприятную ноту. Ну, я повторю, для меня ее здесь совсем, совсем нет. Для меня так объемно, округло, уютно, да, медово, да, необычно, да, нестандартно, но очень красиво. То есть, если вы ловите этот запах, вы будете знать, что это что-то непростое, это что-то очень-очень необычное. Я его ношу для настроения, для себя, когда мне хочется меда, когда мне хочется согреться. Если вы знакомы с белой линейкой, старенькой линейкой, уже снятой от Tom Ford, там где Jasmine Musk, Urban Musk, вот Urban Musk тоже один из самых красивых для меня ароматов необычных. У меня там уже слезы, капли остались на дне в нескольких флаконах. Вот для меня это... вот такого же типа аромат, только там про мускус, а тут про мед. Оба плотные, оба очень характерные, оба очень необычные, очень узнаваемые. Если вы их попробуете один раз, вы узнаете их, вы будете под впечатлением. И если вам интересно экспериментировать, то... Мне вам очень понравится.
Но для этого, конечно, нужно любить мед, нужно любить немножко сладости в ароматах и быть действительно открытым к экспериментам, потому что такие не для каждого носа. Но вот к просто для тренировки своего носа, как парфюмерное открытие, затестить, поносить, просто узнать для себя, познакомить свой нос, что есть вот такие ароматы, ну что они, правда, очень красивые, это того стоит. Ничего пугающего, ничего ужасного нет, просто да, они мощные, они нестандартные, но это не такая мощь, которая просто забивает все рецепты, это просто обволакивающие, густые, очень атмосферные ароматы про мед. Хотела бы я больше еще, наверное, найти таких, но пока мне таких не встречалась. Если вы знаете, напишите мне рекомендации, я с удовольствием открываю для себя ноту меда, и, ну, чтобы это был вот такой красивый, с одной стороны, как бы и парфюмерный мед, а с другой стороны, чтобы это был натурально звучащий мед. Будем продолжать с вами парфюмерные беседы, открытия. И до новых встреч. Пока. Теплой вам, уютной осени.